Турецкий поток построят в срок. Морские нитки газопровода будут готовы до конца 2019-го, доложил Путину глава «Газпрома». Также Алексей Миллер пообещал, что россияне не замерзнут. Система газоснабжения готова к холодам. Кроме того, производительность подземных хранилищ газа увеличена за прошедшие 5 лет на 22%. Таким образом, она достигла рекордных показателей за всю историю газовой отрасли. Суточная производительность подземок составит 801 миллион кубометров в сутки. Это рекорд в нашей газовой промышленности, максимальный показатель за всю ее историю. Проведено 16 комплексов плана предупредительных ремонтов по подготовке к зиме. Все комплексы проведены успешно, поэтому докладываю вам, что единая система водоснабжения страны к осенне-зимнему периоду готова.